не захочешь быть самым счастливым мужчиной. Все, смотри, это нужно уходить. Да, все, пошли. Да, да. Что это такое? Кто это такая? Тихо. Вы с ним расстались вообще? Расстались, разруля. Вы бросили его. Сейчас на... Он не любит спокойно, меня не бросили. А ну, Женщина, вообще... Он плакал, между прочим. Вообще, сейчас не лезьте, подождите, не лезьте, пожалуйста. Что ты себе позволяешь? Я тебе отдала 10 лет жизни. Не успела я уйти. Сколько прошло? Час, полтора? Ну, и да, ты тоже спишь, уже пьешь, ты же непонятно, кто с тобой сидит. Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале Манифест Channel. Меня зовут Дима Манифест. И наконец-то мы с вами дождались продолжения с бухим батей. Так что садитесь поудобнее, и мы будем начинать. Но перед тем, как мы начнем, ребят, я вас хочу кое о чем очень важном попросить. Я хочу, чтобы это видео как можно больше собрало просмотров и попало в топ и в тренды, и все его смогли посмотреть и сделать какие-то выводы. Поэтому давайте прямо сейчас для максимальной активности отпишемся от канала Манифест Channel. И заново на него подпишемся и нажмем колокольчик уведомлять всегда. Таким образом, алгоритмы YouTube могут увидеть огромную активность на этом канале и продвинуть это видео в тренды. Так что, пожалуйста, ребят, кому не трудно, отписываемся и сразу же подписываемся, пожалуйста. А также не забываем ставить этому видео лайк и оставлять комментарии. Ребят, я вам всем желаю приятного просмотра. Я надеюсь, вы с кайфом проведете это время. Давай, вставай. Ну так, короче, вы домой несли, да? Давайте. Домой. Давайте. Надо скорую вызывать, пусть ему... Макс, помоги, делают... может, Давай, я быстро. Пусть делает ему капельницу, чистит его. Слушай, Нет. Что, сам, тихо. Сам дойдешь? Тихо. Нет, давай, Макс, давай помогай, не удержу. Не гони, Макс. Давай, Харри, это вообще будет надо. Давай. О, прекрасно. Хлеб хоть купил домой или как? Угу. Ну, что ты делаешь? Пошли обедать. Ты эту платформу интересную нашел? 20 идей по развитию страны, прикинь. А что это? Ну, я уверен, что ты и мои подписчики уже о ней неоднократно слышали. На этой платформе собраны инициативные идеи предпринимателя Дмитрия Давыдова, с которыми, кстати, может ознакомиться абсолютно каждый. Они есть все в открытом доступе. Эти идеи не направлены на частные интересы, не преследуют политические цели и ни в коем случае не являются агитационными. Они направлены, чтобы улучшить жизнь в стране и привести ее к прогрессивному будущему. Ну, как, например, в Сингапуре. Переходите по ссылочке в описании и ознакомьтесь с идеями по улучшению страны. Также, ребята, рекомендую к прочтению книгу о Сингапуре. Надеюсь, эти идеи будут услышаны руководством страны. Хлебозавод купил, а не хлеб. Ты на хлебзавод ездил, пёк его или блин, как? Блин, ты же, мне кажется, купил хлебзавод тебе. Разговоры отрезвели, наоборот. Так не повезло. Спине. Так, сейчас субъемки самое тяжелое. Куда, сюда? Сюда, конечно. Да, вон туда. Телефон нажми. Да, тут все дома одинаковые. Думаешь, я тебе что-то расскажет? Ну, я не знаю, причем гаишник. Что, не... Правильно, конечно. Такая. Тебя куда отправились? Тебя куда отправили? Да, хлебом. Ты куда пошел? Я туда и пошел. Макс, подожди, 10 секунд. Да не могу, не могу. Все нормально. Что ты не можешь? Давай. Все хорошо. Так. Давай, занесем. Алло, что за... Гаишники, да. А ты что, был за рулем? Или нет. Ты уже белка? Ты что обещал? Руль. Ты что обещал? Рульное СТО. Да. И так получилось. И что теперь? Правильно. Почему вы опять свое слово не сдержали? Да иди ты, понятно? Ты так разговариваешь с людьми. Как хочу, так и разговариваю. А, это красиво? Да. Мы о чем договаривались? Если ты свое слово не держишь, я от тебя ухожу. А я что, не сдержал? Ты сдержал?
Макс, пошли, это я вам приложу. Давай, давай. Да, уложите его, может, пока что спать сейчас, как вы там-то, Макс, есть два слова. Да, да. Лёш, стоять! Ложись! Всё, да, стоять, лежать, стоять, лежать. Что делать? Его смысла больше проверять нет. 100%. Он срывается. 100%, как я говорил, психологическая штука. Тут я с тобой согласен. Не знаю, мне кажется, давай, не знаю, сейчас, не знаю, на машину садить их и, чтоб, не знаю, там, или квартиру и снять им. Или маме пускай. Что ты думаешь об этом поводу? Слушай, давай еще последний шанс ему дать. Какой последний шанс? Последний. Я хочу кое-что проверить. Для себя просто. Короче, давай сейчас разыграем просто тупо сейчас сцену для него. Типа, ну, мы же обещали, что жена уедет сразу от него, если он сорвется. Он сорвался, правильно? Ну. Сейчас жене говорим, если он согласится. Типа, пусть собирает чемоданы и уезжает от него. Мы в это время у него в комнате установим камеры видеонаблюдения. Камеры видеонаблюдения? Да, и посмотрим таким образом. Как типа, будет ли он бухать? Ну да, что чувак, он типа по-любому. Уехала жена, вот все. Она же до этого обещала и ни разу не жила. Давай, чувак, твой канал, делаем что-то. Ну а тебе вообще как такая идея? Установим его камеры и будем наблюдать за ним по видео онлайн, как он себя поведет, когда жена полностью уедет. Давай, давай. Все, ты все, давай, только жена перебирай. Да. Короче, смотрите, в общем, мы не видим смысла, в общем, тут все, чтобы дальше вот это все делать. Потому что он срывается, как бы. Короче, у нас есть еще один вариант, мы с Максом вот подумали, мы хотим еще раз его проверить, только чуть по-другому. Мы хотим для него разыграть спектакль небольшой. Спектакль заключается в том, что мы как договорились, если он срывется, то вы от него съезжаете. Давайте вы сейчас соберете вещи, заберете сына и уедете от него. И скажете, что уезжаете. Наверное, пару дней, не знаю. Да, скажете для него, чтобы все, он типа пухарь, он не справится, вы от него навсегда хотите уехать. Mm-hmm. Собираете вещи, мы в это время, пока будете вещи собирать, установим его видеокамеры наблюдения в квартире. И что он будет делать? Да, вот вы же как бы до этого ему обещали, как бы, что вы уйдете, сына заберете, но в то же время вы бы сам отсюда вытаскивали. Ни разу как бы от него не ушли, я правильно понимаю? Ну да. Вот. А давайте сейчас для него спектакль разыграем, типа вы уезжаете от него, и мы будем через камеру видеонаблюдения в режим онлайн наблюдать, что он будет делать. Может, да, он действительно, да, может, он действительно успокоится. Может, я теряю время, может быть. Да, может, он сейчас увидит, что вы уехали, реально. Все, давайте мы, наверное, Миша, здесь 15 секунд зайдемся, в квартиру заберем вас и все. Ну, кажется, вещи. Мы сейчас с камерой с Максом заберем и зайдем к вам. Да, собирайтесь пока что. А я хочу вам, друзья, показать 5 самых топовых комментариев из прошлого видеоролика. Внимание на экран! А если ты хочешь, чтобы и твой комментарий оказался здесь, то прямо сейчас напиши какой-то прикольный комментарий под этим видео, и, возможно, именно твой коммент попадет в наше следующее видео. А мы, ребят, продолжаем. Это получается, у тебя сумка полностью с камерами, да? Да, 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 все, это все. Так, ну, надеюсь, блин, все хорошо. Я же слышу, уже все закрою, как себе домой, реально. Нормально. Так, уже собираетесь, правильно? Все, все, подожди. Видишь, батя уже спит. Все, блин, в букле, в принципе. Пиво, водка, стаканы. Да, уж, ребята. Водка, ты туда расслабляй, голубушка, туда расслабляй. Сразу. Нормально вообще. Какая движуха? Сюда, сюда ставим? Куда-то. Сюда, или сюда, может. Алло, где мы валим? Я не понял. Может быть. Мы куда валим? Да. Мы тебя валим. Сейчас я установлю. Меня валим? Да. Мы просили тебя. Ты выполнил. Туда поставим. Ты не выполнил. Мы от тебя уходим. Ребенка я забираю. Сына, пошли. А ты лежи дальше. И думай о том, что ты сделал. Ты потерял семью. Пошли, пошли, пошли. Сейчас Дима камеру проставляет там. Не знаю, там у него маленькие камеры. Посмотрим, что будет происходить. Блин, надеюсь, что все будет хорошо. Он сейчас проспится и поймет, что он вообще потерял. Что долго Дима расставляет камеры, на самом деле. Квартирка сама по себе небольшая, я даже не знаю, куда можно запротыкать туда камеры, чтобы их не запалило. Так, ну вы такси уже вызвали, да, я так понял? Да, мы вызвали. Смотрите, мы сейчас тогда будем с Димой смотреть, что происходит. Мы сейчас, не знаю, хотя бы часик-два побудем здесь, посмотрим, что вообще проснется, не проснется, вообще дальнейшего действия. А потом он уже будет набирать, наверное, да? Если что-то будет происходить. Да, я вас еще наберу, у меня ваш номер есть. Если что, я вам позвоню, вы приедете, хорошо? Все, тогда давайте на связи. Будем надеяться, что все будет хорошо. Вы что, пока что у мамы будете? Да, мы пока к маме. Да. Все, хорошо. Все, давай, мужик.
блин, такая ситуация, конечно, вот реально, когда так мужик, ну реально чмур какой-то, ну как так можно поступать реально? Запухает, ему вообще похер на самом деле, вы видели? Он вообще, ну никак не, он просто бухое тело, которое мы просто кинули. Как так можно вообще напиваться? Я не понимаю, ну это просто, ну это, как так можно? Да, что, пошли посмотрим туда. Все. Пойдем. Ребят, в общем, мы сейчас с Максом сели тут рядом с этим домом и будем через видео наблюдать, что будет происходить в квартире. В общем, два Макса отключай. Да. В любом случае, если что-то начнет происходить, какой-то полный трэш, то мы вызовем, наверное, маму, пусть приезжает, и чтобы она это все сама увидела лично. Все. Ага. Ну, все равно, знаешь, типа, мне кажется, этот чувак, он настолько отбитый и запуханный мужик, по-моему, 100% это будет. Что за движуха? Никого нет? Блин, ну, кажется, такой странный тип, да? Угу. Ну, хоть дупля отстрелил он уже, вроде как, проснулся. Так ты помнишь, мы вообще его нашли, блин, вообще, не дышал, не смотрел. Я вообще испугался, на самом деле. Я думал, реально, что, ну, типа, все, чувак именно отъехал, он под солнцем, возле него бутылка пива, короче, какие-то окурки, мало что произошло. Блин, ну, смотри, он просто ходит, мечется, не знает, что его делать, но видно, что подун жестко у него, конечно. Не знаю, что он будет делать, на самом деле. Мне кажется, либо же он дальше спать будет, нам просто нет смысла здесь сидеть, в принципе, да. Может, там домой поехать, чем мы сидим здесь. Он быстрее, он пропал с кадра. Блин, он, походу, ушел, что ему искать. Он куда свалит, да. Слушай, а куда он? Бухать, куда он? Куда он? Дальше. Не знаю, можем проследить за ним, а можем, типа, не знаю, что сказать. Может, жене набрать лучше. Знаю, как надо. Он пошел бухать еще. Она знает, что он будет бухать. Смысл это брать. Оп, ребят, а вот самое интересное, короче. Не понял. Не, ну это, конечно, не знаю, что сказать по этому поводу. Смотри, на ком не веселее заходит, да? То есть они ведь реально, она так его обнимает, еще поет рюмка водка на столе. Типа, ну да. Это ужас. Слушай, давай жене набирать его, пусть. Конечно, чего, как вообще. А ну, да, я наберу ее сейчас. Алло, Регина, смотрите, в общем, такая ситуация, вот мы сейчас наблюдаем тут по камерам за ним. Он перевел какую-то женщину, короче, домой. Она такая в розовом платье, у нее такая под каре, белые волосы. Может, какая-то ваша знакомая? Нет, у меня таких нет знакомых, и мои знакомые не приходят к моему мужу, когда меня нету. Так что, вы подъедете или как? Ну, конечно, я подъеду, сейчас я буду возвращаться обратно. Все, да, тогда мы тут на лавочке, в дом, который напротив. Хорошо. Да, подъезжать и будем сейчас заходить, смотреть, что там происходит. Хорошо, да. Еду. Да, потому что они там зажимались, такого плана. Хорошо, еду. Да, давай. Сколько нужно времени? А? Сколько времени? Ну, если она недалеко здесь живет, то... Просто чтобы не так далеко сюда это даже зашло. Это так просто, таким ровно просто... Бездец, да, постоянно. Подружились, как я занимаюсь. Да, просто вот тупо... Не первый день уже. Ну да. Ну, ты постоянно, да? Просто сидим, да. Просто сидим и смотрим на камеры, что там происходит. Да они тут уже минут 20 флиртуют, сидят просто. Это мы чили именно, вообще, что жена есть. Или на массаже, посмотрите вообще вот, что происходит у вас сейчас в квартире. Вы раньше не видели, да? Нет, конечно, не видела. Кто вообще, кто это, что это? Так матово видео. Это чулка, танцует. Это, вызвана, наверное, либо это, либо подруга какая-то. Ну, я думаю, так нормальная женщина не одевается, ну, как бы белым днем. Это, наверное, вызвал кого-то. Это вот так скучает, совпадает и плачет. Час прошел. Ну да, он куда-то вышел, пропал вообще, потом вот через 40 вернулся. Вы так быстро подойдете к нам, очень быстро. Ну да, и вообще и не сопротивляется, и даже вот не просто ни капли какого сострадания вообще. Вот то, что да, вот он переживает, что я ушла с ребенком. Час, да, прошел? Меньше прошел, чем час. И я даже не успела уехать. Даже не успела уехать, то есть он этого ждал, наверное, чтобы я ушла. Может, мне нужно было вообще раньше уйти от него? Может, он у этой что подруги это? Был а куда это? А может быть, это просто какая-то подруга знакомая, то есть, может, у них там не было никаких раньше? Мне нужно эта подруга по вызову, потому что ни одна нормальная женщина в таком виде вообще не ходит. Ужас, да. Это просто ужас. Не, ну он все очень, очень такое огромное желание просто вот сорваться. Давайте сейчас, да, не будем никаких мер, давайте досмотрим до конца, посмотрим, к чему это сейчас все приведет, и уже будем от этого принимать какие-то решения. Ну, вы думаете, что на этом остановится, я сомневаюсь. Да, сейчас просто если мы идем, мы, ну, по сути, как бы пришла к нему, они сидят, как бы, то есть ничего такого нет. Может, сейчас до кого-то дойдет, до кого-то интима. А, смотри, вот, пожалуйста, куда, что они идут? Вот куда, они поднимаются наверх.
сегодня никто не помешает. Да ладно? Да. А тебе никто не помешает? Да нет. Ну, а ты не разрешал. А то, что у них дальше произошло в спальне, такое просто нельзя выкладывать в YouTube, потому что этот ролик сразу же заблокируют. Поэтому я вырезал этот кусочек и залил свой Instagram. Ссылочка на мой Instagram в описании под этим видео. Кому интересно, прямо сейчас туда переходите и смотрите то, что произошло в этой спальне полностью. Я все это залил себе в Instagram. Ссылочка в описании. Ну а мы продолжаем. Смотри, это нужно уходить. Да, все, давай, пошли. Макс, давай, давай. Это была все проверка, специально для тебя. Как ты любишь меня и нашего сына? Я никуда не уходила, я все видела. Твои посиделки, твои пьянки и ее. Кто она такая? У меня ничего не было. Серьезно? Да. У нас, правда, ничего еще не было. Ну, не успели, правильно? Нет, не успели. Дело не в этом. Кто она такая? Ой, я люблю только тебя. Успокойтесь, чтобы мне ничего такого сейчас нет. Выдохните, все нормально. Сейчас разберемся. Что ты молчишь? А что мне? Объясняй, кто это? Откуда она появилась? Кто-то такая? Посмотри, Настя, посмотри. Весь обцелованный, как старая вообще. Что ты себе позволяешь? Я тебе отдала 10 лет жизни. Не успела я уйти. Сколько прошло? Час, полтора? Ну, и да, ты тут уже сидишь, уже пьешь, уже непонятно, кто с тобой сидит. Он расстроился, но, потому что... Да ладно, расстроился, да. Он очень расстроился. Женщина, он вообще... Он плакал, между прочим. Вообще, сейчас не лезьте, подождите, не лезьте, пожалуйста. Поддержка. Вы сейчас это муж и жена. Да. Пусть они разбираются между собой. Не взрывайте, вы не знаете всей ситуации, вы не знаете. Тот, кто любит, не идет сразу за женщиной, за алкоголем и за отдыхом. Как вообще, как было бы прилично, просто хотя бы... Попечалиться месяц, другой, да, ушла жена, ребенок. А тебе, я ушла, ты себе снял и отдыхаешь. И не знаю, или кто, и где он вас взял. Или это давно или твоя кто? Женщина, может быть. А тот, кто любит, не бросает человека, с которым живет. Еще раз, мы хотели, чтобы он перестал бухать. Мы устроили ему я проверку. Мы не... Тут камеры есть. Стояли, и все это время снимали вас. Ну и что? Чтобы вы понимали, вон камеры, ну и внизу стоят камеры. Что? Это что обычная сняли? Проверка для что? Мужа. Ну мы сняли почти, как вы к нему там приставали, мы сняли. А я, между прочим, вот эту сцену. Да, конечно, просто массаж. Дима, что делать? Это массажист, может быть? Уходите, мы массажируем все вместе. Профессионально. Не, надо жена забирать, сейчас заберем. Так, забираем. Да? Надо, мне кажется, здесь находиться. Пошли. Плохо знаете. Это типа чужие. Вы понимаете, что? Это все, ребят, спасибо, но это все. Ну, гребенку. Пойдемте, я думаю, что давайте просто, вот пусть они тут разбираются, давайте уходить. Занимайтесь массажем дальше. Все, вы вещи все забрали, остались еще у вас? Да, все забрала. Просто все разбили. Это что? Это ужас. Что это? Ему нужна была. Пожалуйста, ты, Сережа. Поддержка. Жене, Сережа. Это он вам купил. Да, конечно, вам купил. Он дал вам, купил. Забери, это твоя плата. Это твоя плата за сегодня, забери. Я вам желаю большого счастья, любви, удачи, но без меня. Серьезно? Слава Богу, что появились ребята и открыли мне глаза. Я просрала кисть. Он очень любит вас. Да ладно, как он любит вас. Я очень вас люблю. Очень, подождите, ну подождите. Все, мы уходим. Подождите, пожалуйста, подождите. Все. Развлекайтесь. Все.